вот я чуть не приготовил кушать, но меня остановила вот эта морковка. Ребята, меня не было всего-навсего 2 часа, а вы столько делов здесь наделали. Ну что, Дань, как дела? Да вот, прошел только 15 отметок на Бравл Пассе. И больше не могу. У меня вон все пальцы красные. Ай, и болят. Ого, ладно тогда, ты иди отдохни, а я тебя подменю. Ух ты, спасибо, пап. Ты вот настоящий друг. Ну, конечно. Так, сейчас сыграем. Ром, Дань, вы целый день сидите в этих гаджетах. Вы скоро как зомби будете. Да нет, нам просто нужно... Вот именно, лампочка в ванной уже неделю мигает. Так ты мне ничего не говорила. Не говорила, говоришь? Рон, где лампочку поменять нужно? О, лампочку поменять нужно. А? Вот. О, Кир, ты знала, в туалете лампочку нужно поменять? И что ты на это скажешь? Блин, точно. Сегодня 100% поменяю, ну? Ага, дай угадаю, только когда закончишь играть. Ну ты прям мои мысли читаешь. Слушайте, а чего это вы целыми днями сидите в этом Бравл Старсе? Мам, ты чё, там же новый браулер вышел, и мы хотим его, ну точнее её, забрать. Это девушка? И как ее зовут? Мэнди, хроматический боец! Блин, я тоже себе ее хочу! Так это нереально, она на 30-й отметке Бравл Пасса, а туда так просто не дойти. Знаешь, как говорится, хочешь бравлера, не видишь препятствий. Ну знаешь что, мам, там немножко не так говорят. А, точно! Знаете такую мудрость? Если у тебя есть 3 друга-спортсмена, то ты будешь 4-м. Ребят, ну вы поняли, о чем я, да? Подписывайтесь на канал Данила Шоу и будем дружить, ведь у меня сегодня будет Мэнди. А это означает, если ты сегодня подпишешься на канал, то она обязательно у тебя появится. Мам, это нереально. Так, ребят, я чуть не поняла. У вас есть новый браулер? Нету. Ну, тогда не могу я с вами дружить. Но... Да, кстати, чуть не забыла. Рома, ты пропылесосишь в квартире, а ты, Данил, помоешь пол. Чао. Так нечестно. А пыль тоже протирать надо. Ты чего так быстро согласился? Теперь пока не сделаем уборку, нам телефоном не видать. Ребята, мы должны выиграть. Просто должны. Вот так, вот так. Давайте, давайте, выделывайтесь. Ну, конечно. Нет. Ах так, ну ладно. Да уйди ты, ненормальная. Есть, есть, еще чуть-чуть. Давайте, поднажмем, ну. Так, на бесплатном Бравл Пассе я уже все прошла. Теперь нужно открыть платный. Но денег-то у меня нету. Так, думай, думай. Точно, нужно у Ромы попросить. Ром, у меня тут такое дело. Слышишь, мне тут платный Бравл Старс открыть нужно. Ну, дашь карточку? Нет, ты же знаешь, я против каких-либо донатов в любую игру. Ром, ну мы же все взрослые люди. И мне очень нужен новый бравлер. Ну, может, можно как-нибудь договориться, а? Не, ну может и можно. Так, Ира, вот закончу с этим всем, я еще в холодильнике посмотрю. Ага. Вот это я хороший человек. Ну чего не сделаешь ради любимой, чтобы она добилась своей цели? О, супер! Открылись дополнительные квесты! Давайте, народ, погнали! А ну ушли от наших кристальчиков. Ушли, 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 ушли. Тик, извини, но не люблю я тебя. Вот не люблю, если ты в нашей команде, да. Так еще можно играть. Но если ты против нас.
хорошие мои, вы же даже приблизиться к нам не можете. Так, все. Нет, ребята, нет, собирай, собирай. Так. Уйди, уйди, противный. Вот так нужно играть. Ну дайте хоть кого-то одного. Ура! Я победила! Мне еще чуть-чуть осталось. Я уже к 20-й отметке дошла. Блин, ну мне теперь нужно командный бой пройти. А команды у меня нету. Так, Мэнди хочется. О, Дань, мне тут командный бой пройти нужно. Поможешь? Я бы с радостью, но мне еще нужно в ванной убраться, обувь помыть и пыль протереть по всей квартире. Ребята, я тут случайно ваш разговор послушал. Дань, как тебе не стыдно? Это же твоя мама. Моя позиция такая: всегда помогай, чем можешь, ближнему своему. Точно, давай я тебе помогу, а ты мне. Что, правда? Ты мне поможешь убраться? Вот видите, ребята, как хорошо уметь договариваться. Кстати, Ир, там нужно 3 бойца для командной игры, а у меня еще столько работы, я даже не знаю. Ну, может, договоримся? А вот хорошая у тебя позиция. Вижу цель, не вижу препятствий. Так ты, кажется, говорила. Итак, я сейчас помою обувь и уберу с ванной, а ты, Дань, тем временем протрешь пыль по квартире, а ты, Рома... Оу, стоп. Что? Тебе надо победить в командном бою или слить кубки? У тебя что, температура? Конечно же, победить! Вот как твоя команда может победить, если мы с Даней даже не разминались? Вот ты, чем ты занималась? Играла. Вот Даня, например, он целых 2 часа пытался наполнить ведро водой. Он даже медитировал над ним. А вот я чуть не приготовил кушать, но меня остановила вот эта морковка. Ребята, меня не было всего-навсего 2 часа, а вы столько делов здесь наделали. Ой, ладно, тюльпанчики мои, идите разминайтесь, а я сделаю тут все сама. Пап, я так понимаю, наша уборка закончилась? Данил, у нас важная миссия. Нам нужно поразминаться перед игрой. Ага. Ты это слышал? Ага. Что-то я давно мамы не видел. Уснула. Как-то жалко ее. Слушай, а у меня есть идея. Идем. Ой, извините, ребят, я что-то устала. Мам, все в порядке, а у нас для тебя сюрприз есть. Что вы уже натворили, пока меня не было? Ребята, спасибо вам огромное. Теперь нас уже есть 500 тысяч подписчиков. Нас так много. Это просто нереально. И без вас у нас бы ничего не получилось. Ребята, мы теперь еще больше будем стараться, чтоб нас был целый миллион. Я, если честно, вообще уже испугалась. Думала, они тут натворили таких делов, что я просто не расхлебаюсь. Но, на счастье, они мне прошли в Brawl Pass. И сейчас мы заберем мою Мэнди. Держи. Точнее, нашу. Погоди. Нашу? Я услышала слово «нашу». Нет, мою. Держи, открывай. Предоставлю тебе такую возможность. Итак. И наша Мэнди. Класс. Ура! Ой, девчонка, опять.
Я просто не могу поверить, что она у нас есть. Мне очень нравится, что девочка опять пополнила ряды бравлеров. Это просто мега круто. Так, и теперь поехали. Забираем. Все по очереди. Ой, желейная нить, а там будет такой мишка весь желейный, вот эти желейки, которые ты больше всех запихиваешь в себя. Так. Слушай, мы, может, еще и ворона заберем. Ребята, вот больше всего, что меня здесь не устраивает, это то, что нету сундуков. Так. Потому что в сундуках вам выпадало все абсолютно. И бравлеры, и звездная сила, и гаджеты. И гемы. Так, мне интересно, наберем мы еще на ворона или нет? Наберем. Слушай, уже больше половины. Мы, может, еще и ворона. Кстати, здесь на этом аккаунте не хватает. Будет два бравлера. Погоди, я не помню. Здесь, по-моему, 4 у меня не хватает. Было 5, но Мэнди мы забрали. Осталось 4. Ворон, Леон и еще 2 хромика, кажется. Ну. Это Сэм и еще кто-то. Короче, я не помню, но осталось совсем чуть-чуть. И потом будет у кого-то всемирная слава. У нас. Да, потому что над этим аккаунтом мы работаем все вместе. Ребята, и у меня еще вопрос. Если вы хотите, чтобы мы создали клуб, напишите об этом в комментарии, мы обязательно его создадим и тогда добавим. Я понимаю, что в клуб может вступить, сколько там, по-моему, 20 игроков, да? Ну, где-то так, около 20, как бы смотрели, уже думали создавать, но для начала хотим спросить у вас. Стоп. Очки силы и тут... Уже никому не надо? А, нет, это улучшит. Сейчас, второй. 11 у Честера. Офигеть просто. Слушай, нам ворона вообще чуть-чуть осталось. И? Сколько там? Блин, все равно за бабло хотят. Слушай, там, ребята, тут еще такая классная штука есть. Не, погоди. Скин. Погоди. А мы же его можем забрать в конце. Нет. Погоди, пожалуйста. Мэнди, или погоди, там еще Честера есть. Смотри, открой. Нет, там нет Честера, он уже прошел. Вот, нет, есть Честер. И кого будем забирать? Я не знаю. Мэнди, конечно же. Честера еще. Мне трудно. Давайте проголосуем. Итак. Я голосую за Мэнди. Ты? За Честера. За Мэнди. За Мэнди. Извини, малыш, у нас большинство. Она топ. Она неинтересная. Этот скин неинтересный. Нет. Делаем вот так и все. Нет. Смотри, это еще не все. Мы еще можем забрать вот такую Пенни. Смотри, какая клевая. Есть у нас наша зайка. Ну все, теперь телефон у мамы, потому что я открывал, а мама будет играть. Ну да. Окей, я выбрала Мэнди и захожу на парное столкновение. Скин не будешь менять? Не, я еще это и не наигралась. А потом скин поменяю. Что-то стрёмненько. Так, что стоишь там? Ух ты, сколько сундучков, да вы чё, давайте. Ну, помогай мне. Итак, так, ушли от наших сундуков, быстренько. Это наш сундук. Не дашь, тварь такая. Абазах. Иди сюда, моя хорошая. Еще разочек. Первый ранг, а уже 10-я сила и уже есть гаджеты. Так, ребятки, ну я все равно вас... Ладно. О, приму. Бу-бу-бу-бу. Так, погоди, у меня... Круто. Ой, то я сразу взяла, замочила... Это моя банка вообще-то была. Сразу убила... Еее! Столкновением. Так, где там? Честно, он один. Да ладно, вот это я. А как? Ну, потому что она и препятствия тоже убирает. Капец. Таня уже не помнит, я же рассказывала за сахарный луч, а он где-то, видимо, потерялся. След. Иди сюда, мой мальчик хороший. Так, а какой там у нее гаджет? Не знаю. Гаджет. Так, бум, я уже...
Как-то вообще непонятно, бой прошел, но очень интересно. Короче, эти банки все убирали у нас. Твоя команда лучше все. Нет, классно было, мне понравилось. Ребята, да, обязательно. Очень. Короче, так как я и говорила в видео, если у тебя 3 друга спортсмена, значит, ты будешь точно 4-м. Так что, ребята, подписывайтесь на канал. У нас Мэнди есть, и она точно будет. Ставьте у вас. Ставьте лайки. Чем быстрее вы подпишетесь, тем быстрее она у вас появится. И не забудьте еще про колокольчик.